have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы продолжаем расхитительницу тумбочек. Потому что полноценной расхитительницы гробницы я назвать не могу. Потому что какая-то она очень неловкая. Где там Q? Нам туда. Какая-то уже она очень... Ну, не то чтобы неловкая, прыгает она, конечно, хорошо. Но, блин, все то, что здесь происходит... Вы и так слушаете мое нытье на протяжении прошлых двух серий. Так что, в принципе, понятно. Курицы. А зачем нам вообще охотиться и зачем нам вообще есть? Мамочка, ребят, у нас есть где-то показатель голода. Зачем нам это все? А то я сейчас такой пойду, а где-нибудь меня застанет этот голод какой-нибудь. И я такой, блин. Стой, огонь. Ну, огонь, я же могу факел зажечь, правильно? Он же даже не потухнет. Да, могу. Факелы под дождем не тухнут, все знают этот факт. Вот, факелы, в принципе, штука бесконечная. Это 20 деталек получено, это хорошо. Мне вон туда, вот эту вот штуку, как-то что-то где-то нужно. Я могу ее как-то... Не могу. Значит, пистолетом капкан открывается. Капкан открывается пистолетом. А вот эта штука пистолетом не открывается. Я вас понял, ладно. Мне тут явно где-то по этим ящикам сейчас придется прыгать. Зацепись. Ого. Это тут... Давай, давай, лезь, 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 давай. Не лентяйничай. Ты все равно бессмертная, мы это уже поняли. Так что... И что? А зачем? Не пойму смысла этих действий. Типа туда тоже можно. Ну окей, ну можно, ну и чё. Давайте сейчас посмотрим, что здесь. Везде ящики с инструментами. Ну инструмент это хорошо. Стрелы у нас максимально. Сюда я не пойду. Вот этим вот белым обмотанным. Это что значит? Что эту дверь можно будет открыть когда-то? Или... Не знаю, расскажите мне. Ну да, тут можно запрыгнуть. А, ну, в смысле, да, можно было. Нет, разбить с пистолета я это тоже не могу. Какая неудача, да? Хотя зачем? Вот он, выход сюда. Ну, волки. Тупая, что ли? Нет, ну не в самый же низ. Ну, блин, ну чё ты как... Ай! Я просто в афиге сейчас от того, что происходит. Зала, короче, в самый низ свалилась. Из граба. Что называется. Прыгай, цепляйся. Так, мы уже выяснили, по второму ящику нам прыгать не надо. Здесь можно, в принципе, просто забежать по лестнице. Вот, вообще без всяких там проблем. Ну и...
Куда там? Вон туда вон можно, за тем ящиком. Я не хочу. Мне не так хорошо. У меня этих ящиков будет в жизни еще много. Я еще так молода. А как можно... По этой веревке! Ну почему ж ты не цепляешься? Тут же явно веревка для того, чтобы я проехал. Так, тут факел можно зажечь. Зачем? Не знаю. Тут можно забраться. Зачем все это? То есть, да, можно. Зачем? Что тут? Тут какой-то лут ценный. Тут... Ну, проехался я по этой веревке. Ничего. Блин, не знаю, ребят. Опа. Сюда. Сюда. Да успокойся ты. Угу, ну по крылу можно все-таки к этому ящику подойти. Раз уж мы здесь-то. Не нужен, не нужен, конечно, но если уж мы все равно здесь, раз мы все равно фигней маемся. По этим стенкам можно прыгать, ползать. Нет, они просто. А теперь по крыше этой штуки пройтись надо, да? Отлично, там все разломалось. Где? Влогеры волков, что ли? Серьезно? Ну, тут черепа, сюда. Черепа тут повсюду. Это уже другое дело. Там телефон звонит или что-то такое, да? Я могу стрелять? Могу. По крайней мере, это ты догадалась сделать. Зачем ты спрятала? Ой, взяла и убралась отсюда. Зачем ты спиной поворачиваешься? Зачем ты в нем копаться собираешься? Что, его в карман положила? Почему передатчик, рюкзак, блин, захвати с собой весь, целиком? Что ты делаешь? Передатчик, блин, в рюкзаке там и обезболивающие, и еда, и все. Она взяла только передатчик, захватила с собой. Ну ты серьезно? Путешественница, как тебя за ногу? Да я жму! А, нормально, он нас загрыз. Один раз промазал по кутаешке, и он нас загрыз, и все хорошо. Почему бы не выстрелить в него, например, а? Так клацаю, клацаю, как могу. Почему иногда, клацать быстро нужно по И, а иногда клацать нужно по F быстро? Сделали бы кутаешку на F и быстро клацать на И. Зачем вот, так, вот такие подставы делать? Пистолет в руку возьми, корова. Вот я вам говорю, ребят, я не люблю Bethesda. Но при всем при том, что я не люблю Bethesda, они молодцы, что в Думе... Они оптимизировали игру под компьютер. А то, что делают вот такие разрабы... Ну, классно, у меня тут не будет так. Да? То, что делают разрабы вот в таких вот случаях, естественно, меня это бесит. То есть от этого огня ты поджечь не можешь. Ну, ты молодец. Да-да-да, все, я тебя понял. Там у нас висит сетка, но сетку мы забрать не можем. Потому что. Без всяких адекватных причин. Просто потому что.
Ну что, огня мы не добудем. Да пофиг на него. И на тебя тоже пофиг. Ну вот огонь, да, но я туда уже не пойду. Хорош цепляться за эту фигню. Почему, когда я нажимаю на Shift, она начинает ползать, как собака? Shift — это бег. Ребят, вы чё? Он умер, да? Right. Let's get you patched up. А, не. Вот, сидеть под ветром, под открытым дождем, самое то. Залезть в палатку? Не. Укрыть человека чем-то? Не. Тоже пусть лежит под открытым дождем, под небом, под ветром. Ну, то есть, логика. Перевязали чуваку ногу? Да, он пришел в себя, он очнулся, антибиотики? Не. Late shift at the Nine Bells. Не верю. Nothing on a broken bottle. Hey, he got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. That should give us the best shot broadcasting a strong signal in every direction. Look, Lana. We need to send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. Ты что? I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. Well, let's hope I'm a fast learner then. Just be careful, Laura. Угу. Она так и поступит. Сейчас. Ладно, я так понимаю, у нас улучшился ледоруб, да? Новое снаряжение. Я так и думал, что вот эти стены, они тут не просто так. Давайте сойвонемся, кстати. Эти стены выглядели слишком подозрительно. А, есть одну очку. Да. Так, больше запаса раздела животных. Тщательно осмотреть ящики в поисках запчастей. Вот это мне, наверное, понадобится. Сбор костей, чтобы преуспели в... Что? Серьезно? А, не, ну это не то. Собирать стрелы с врагов, убитых из лука. Наверное, кстати, вот эта тема. Качаю, потому что я все равно я буду думаю, что буду пользоваться луком. Вот, на 63 я ничего не соберу. Так, хорошо, у нас есть ледоруб. Предлагает нам воспользоваться им здесь. I can climb this. Да, можно подняться и более безопасным путем, но зачем? Есть же ледорубы. Давайте тратить наши силы на это. Нога же переломана, она же отлично подходит для того, чтобы карабкаться. Хорошо, я вас понял. Там у нас дорога обвалилась, поэтому теперь мы будем забираться через здесь. Там самолет же специально нам обвалили, я так понимаю. Я эти уступы приметил еще тогда. Еще тогда.
прыгнуть. Все равно она не цепляется автоматически, надо нажимать кнопочку. Спасибо, Карл, спасибо. Ну что ж, смотрите, отсмотрится гробницы, спрятанные награды. Хорошая мотивация, когда пытаешься выжить, нужно осматривать гробницы, ища спрятанные награды. То есть это явно не то место, куда нам надо было, да, я так понимаю? Наше... Я не пойму... А, наше место наверху там где-то, что ли? Ничего не видно. Привет, ребятки, как поживаете? Ни черта не видно, факел никуда не светит. Менеджмент света в этой игре просто ужасен. Я не вижу. Теперь вижу. Было отвратительно видно. Например, он не светит даже на 2 метра вперед. Это прям фу, как отвратительно. Я иду по самым левым маршрутам, если что. Я, по идее, вообще здесь никогда не должен был оказаться. Тут можно было сюда и сюда. Я не знаю, что я здесь делаю. Ну, типа, говорят, осматривайте, ищите бонусы. Ну, давайте. Ищем, осматриваем. Серьезно, нафиг? Нашел, блин, бонусы. Просто есть дорога вверх и дорога вниз. Я вас понял. Я пришел к этим же ребятам. Они уже говорят, мы по тебе соскучились. Ай, ё-моё. И как бы, если бы было нормально со светом, я бы это увидел. Но света нормального здесь нет, поэтому они такие, давай ты походишь кругами лишнего немножечко. Так, есть костерчик. Отдохнуть в лагере. Костер слабенький, на самом деле. Его плохо видно. Ну хорошо, мы открыли костер. Значит, по идее, мы можем сюда телепортнуться. Но тут же это все так работает, как в Dark Souls. Гробница презренного. Ты мотай, кого мотай? Их поджечь надо, эти туши, да? Да зацепи... А, тут можно зацепиться, ладно. Ну вон свечки! Серьезно? А... Игра! Ну вон там можно... Нужно сжечь эти туши, да, я понимаю, но... Как я это сделаю, по-вашему? Вот, конечно, огонь, но от этого огня у нас же факел не зажигается. То есть вы мне изначально предлагаете вот сюда, вот сюда. Потому что тушка Лары слишком тяжелая. Поэтому вы мне предлагаете все это сжечь. Пнуть эту фигню. Да, и теперь тушка Лары у нас не перевешивает. Хорошо. Это очень тупо, что я не могу от свечек зажечь. Точно такой же огонь. Блин, точно, зараза, такой же, но... Тут можно съехать, я понял.
все, мы разгадали эту гробницу. Куда ты грязными лапами? Что ты в карман там уже положила? Гробница расхищена! Гробница расхищена! Блин, такое громкое заявление! Я просто промолчу, можно? Пожалуйста. Гробница, блин, расхищена. Открыла сундук, взяла оттуда какую-то мелочевочку такую, типа, опа, гробница расхищена. Так, ладно. Я могу переместиться? Не могу, спасибо. Минуточку, у меня там навык, что ли, появился? Да-да-да, прикиньте, навык появился. Давайте. Что нам еще предлагают? Мародерство. Вы тщательно осматриваете тело убитых врагов в поисках боеприпасов. А, это связано. Возврат стрел и мародерство. Да, давайте. Не, ну ладно, специалист. Все. Дальше потом будем еще на убийство смотреть, на дополнительные эти, которые мы можем там. Да, все. Теперь нам нужно чесать обратно. Тут уже мы все расхитили. Уж извините, блин. Да зажги ты уже эту палку сраную. Что ж ты? Че стоим? Взяла, просто остановилась. Не пойду типа дальше, все. На вас всех. Я жму вперед, но такая, не пойду. Заглючила текстурка, не знаю. Карта обновлена. Я очень рад за это. Да давай уже. Так, ладно. Нашли гробничку, расхитили ее. А вот здесь вот мы проходим через водопад. И здесь факел не гаснет. Здесь-то нету никакого квестового предмета. И здесь мы проходим через водопад. О, вот, наконец-то. Ну, знаете, ребята, это некрасиво сейчас выглядело. Да залезь уже. А ты кто такой? Что, еще одна гробница, что ли? Мне там, по-моему, наверх надо было залезть, не? Опять в какую-то пещеру поперлись. Опять факел нифига не освещает. Кости, шмости, тут все это 5-10. О, олени. А, стойте, это же пещера. Тьфу ты, блин, что это так тупо? Это же пещера волков, в которой мы ходили за рюкзаком чертовым. Потому тут, собственно, и олени, всякое такое. Ай, мы туда пошли. Сейчас. Там наверх все-таки, да-да-да, там наверх надо забраться. Блин, 10 минут назад тут был и... Короче, ладно, забейте. Все, все, хорош. Но она не бегает в пещерах, это бесит. Все, ползи. А, понял. Прыгать мы не умеем с этой штукой. Нажимаешь Shift, она просто отпускается. Хорошо, хоть мы не на большой высоте попробовали. Давай, давай, залезь. Вау! Опа! Конечно, конечно, тебя нашел, чувак. Во-во-во. Да, чувак, вали отсюда. Блин, вот разумные люди, оказывается, а? А, кстати. Да, давай, идите внутрь. Я вот еще подумал-то, у нас в команде, как минимум, вот есть Клара, мы видели еще какую-то китаянку, как минимум две женщины. Почему среди бандитов нету женщин, а почему только злые мужики? Yeah. Still works, right?
You got people up there guarding it day and night. Father Matthias doesn't want anyone going near it. Think he has a line to the outside? What? Get over here! How dare you! Мазила. Нет, ты, это залезь. Че, тупая, что ли? Чувак чуть подмогу не вызвал. О, стрелы, стрелы, стрелы. Хорошо, хорошо, мне нравится. Так, сюда можно залезть, кстати. Давайте этого чувака еще подлутаю. У него же явно тоже что-то было. Между прочим, он огненными стрелами стрелял. Нет! Да шо ж ты, залезь! Да... Залезь, пожалуйста. Говорю, залезь, она в бок ползет. Нормальная такая. Не-не-не-не-не-не-не. Так, я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец, мой долг выяснить истину. Но тому, что я слушал, невозможно поверить. Хотя слухи, что императрица связана с посторонним миром, говорят, она... А, ходят слухи. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, а земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор, но что-то породило подобные слухи. Это такой метод проявления правления культивировать в народе примитивные суеверия. Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней. Но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи не... надежно защищает местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся. И даже... для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Ребятки, я больше поверю в божественную суть Слеера, если вы понимаете, о чем я, чем в какую-то... императрицу. Мне сюда, сюда как-то, да? Ты чё делаешь? Да залезь! Чё, совсем глупенькая, что ли? Всё, зацепилась, наконец-то. Тут ящик. Зачем? Сейчас будем разбираться. Зачем мне этот ящик? И что здесь на втором этаже? О, здесь может что-то лутануть. A kind of mortar and pestle, probably used for preparing medicinal herbs. Яген. А вот ступка с пестиком, возможно, для растирания лечебных трав. Ну, окей, я какой-то коллектабл нашел. Зацепись! Ну, как туша с говном, но все равно зацепилась. И то хорошо. Зацепись! Поджигай. И вот это поджигай. Деталей. Кстати, откуда у меня 362 детали? Я вот сейчас вдруг подумал. Вот тут можно подняться, да? То есть нам пойди и так туда. Что это за двери обмотаны? Это они просто закрыты? Почему на них веревки намотаны? Кстати, молнии реально так сбивают перспективу. Не всегда видно, куда идешь, куда карабкаться. О, мне кажется, сейчас обрушится. Ну, когда мы побежим. Конечно же, обрушится. Да-да-да, прыгаем. Цепляемся, вот так. Да цепляйся ты. Не проще было использовать эту вторую штуку, которая у тебя была до этого, нож привязанный, как вторую кошку, не? Find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Laura.
You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Hey, wake up! Wake up! We got an intruder! Down, come on, down. Grab her! Please! You don't need to do this! Прикольно. Хедшотец. Хедшотец. А чё ты не перезарядилась, блин? Я же нажал. Вот это сейчас обидно было. Нажал перезарядиться. Пошла с незаряженной пушкой. Ну, блин, молодец. С них неплохо так детали падают. Давайте подожжем нашу соломинку бесконечную. И вот эту штуку еще спалим. Да поджигай. Хорошо, кстати, 416 деталей. Мы с этим уже можем что-то сделать. Упс. Какую-то древность разбили. О, костерок. Японские тачки. Ну, это понятно, почему это японские тачки. Костероты. Садись. Опять же, снять какую-то куртку с одного из этих чуваков. Не, нафиг, давайте мы будем в топике бегать, нафиг, и все. Ну, это же самое лучшее, когда дождь вокруг, холодно, все дела, ночь. Ну, снять куртку, да что за глупые мысли? А, вот у них третья женщина есть в команде. Опять же. Женщина и ее дочка, ее 14-летняя дочка будет, естественно, гораздо умнее, чем чувак, профессионал в электронике. Ну, конечно же. Чувака выставили дебилом, тупицей, педофилом. Женщины, конечно, женщины. Get you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off, and I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. All right, can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got... Good Lord, cut! 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 Это руководитель экспедиции. Is he coming back? Понимаете, как его выставляют здесь? Серьезно, люди могли пойти за вот этой вот тряпкой? Я не вижу ни одной причины, почему вот этот человек мог собрать экспедицию, и люди бы ему доверились. Come on, let's just take it from the top, okay? Зачем им разрезать рыбу? Кто, блин, это будет смотреть на Ютубе, скажите мне. Вот ты бы смотрел это на Ютубе, а? Я бы, вот, например, нет. Okay, now take a firm grip. And then slice him down the belly. Like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's digs. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl.
You just have to trust them. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. Я бы, знаете что? В конце концов, я бы хоть одну игрушку или фильм посмотрел бы про ее отца, раз про него всегда так отзывается невероятно. Я бы поиграл за этого какой-нибудь Ларри Крофта или за какого-нибудь Джеймса Крофта. Серьезно, ребят, ну вы же делаете там спин-оффы и всякое такое, и приквелы. Сделайте что-то, чтобы я мог поиграть за ее отца. Почему я должен играть за нее? Хотя, не-не-не, знаете, это не зависит от персонажа, мужской или женский пол. Это полностью зависит от того, насколько прописан или не прописан сценарий. Здесь он прописан отвратительно, поэтому даже если бы мы сейчас играли за парня, вот ничего бы не изменилось. Все равно у меня были бы большинство тех же придирок. Разве что, может, феминизм было бы немножечко поменьше, а так, ну, короче, ладно, пофиг. Значит, эта штука у нас модифицирована максимально. Лук у нас... Приобрести усиленные плечи. Не знаю, мне пока хватает. Давайте пистолет посмотрим, что нам предложат на пистолет. 200, 200, 450. Не хватает запчастей. Автоспуск, стрельба в новом режиме. Очередями по 3 выстрела. Бёрстом? Не-не-не, нет, ребят, это я не хочу, спасибо. Значит, 200 и 250. А мне, кстати, на это вместе не хватит. Есть 300. Действительно, это повышает скорострельность. Не хочу. Увеличить магазин, содержащий... Увеличенный магазин. Во, вилмаг возьму. И... Вот это, короче, вот это возьму. И затвор возьму. Все, мы все спустили, все слили, мы красавцы. Дульный тормоз. Так, это 300, это 250, это 450. Короче, все дорого, все неважно. На лук у нас осталось запчастей на 250, что тоже мы когда-нибудь получим. Вот, у нас тут два плюсика обосновалось на нашем пистолете. Давайте мы его сразу... А, перезаряжать не надо, 10 патронов. Гляньте вон, сколько... В обойме там еще влазит, вон на белом фоне, посмотрите. Или это будет автомат у нас какой-то, в котором в обойме будет содержаться столько патронов. Смотрите, там отсечки идут ровно до верха. Вот, посмотрите на белом фоне, это сейчас очень хорошо видно сверху, индикатор патронов, если что. То есть, оно идет не до конца, а ровно там до середины, до верха. Или это у нас пистолет будет, не знаю, там с каким-нибудь барабанным магазином. Или у нас будет какой-то автомат, потому что вот это все, типа, теоретически возможно прокачать. Ладно. Все, ребят, тогда на этом сегодня мы закончим, потому что я считаю, ну, сейчас пойдем дальше от костра, это все затянется еще, а хронометраж у нас все-таки не резиновый. Поэтому спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.